Советского информбюро. На дальнем пограничье. Москва. Концентрационные, трудовые, транзитные, детские и, конечно, лагеря смерти. Это были инструменты массового террора и геноцида целых народов. За время самой страшной войны в истории человечества в этих нацистских мясорубках погибли в мучениях миллионы людей. Их морили голодом, на них ставили чудовищные эксперименты и душили в газовых камерах. Из 29 реутовчан-узников вернулось только пятеро. Сейчас в Реутове проживают более 60 человек, которые еще детьми прошли через ужас фашистских лагерей. Москва. Темная ночь, бьется в темной тишине. И плачь, и все.